Здравствуйте! Меня зовут Гайдарова Ольга Владимировна. Я педагог дополнительного образования городского центра туризма, краеведения и экскурсий «Комета». В 1994 году я закончила Башкирский государственный университет. Имею высшее образование по специальности географ, гидролог, преподаватель географии. Имею высшую квалификационную категорию как педагог дополнительного образования с 2011 года. В данном учреждении я работаю с 1999 года, являюсь руководителем объединения «Юные туристы». Стаж в данном учреждении более 20 лет. Учеба в школе требует от школьников в основном умственного напряжения, в то время как биологическая сущность ребенка направлена на активную физическую деятельность и непосредственное познание окружающего его мира. Я считаю, что для детей важно формирование и развитие их познавательных исследовательских навыков, формирование культуры здорового, безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени посредством занятий туризмом. Ведь туризм как раз во всей своей деятельности и способствует разностороннему развитию личности ребенка. Поэтому целью моей программы является развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся через приобретение ими основных теоретических и практических знаний и навыков по общетуристской подготовке, овладению тактико-техническими навыками туризма, укреплению физического и психического здоровья ребенка, приобретение навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучение природы своего края через экскурсии и походы и воспитание патриота своей родины. Дополнительное образование обучающихся туристскими навыками обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию и раскрытие индивидуальных качеств в характере обучающегося в процессе становления его личности. Также является профилактикой асоциального поведения. В процессе обучения воспитанники объединения «Юные туристы» овладевают теорией и практикой в области туризма, работа с веревкой, преодоление различных природных препятствий, учатся вязать узлы, ориентироваться на местности, укрепляют свое здоровье на тренировках, соревнованиях и в походах. Мы участвуем в соревнованиях по пешеходному, лыжному, водному и спелеотуризму, по скалолазанию и спортивному ориентированию. Совершаем походы. В рамках воспитательной работы провожу мероприятия патриотической, гражданско-правовой и здоровьесберегающей направленности. Овладение туристскими навыками – не такое простое дело. Не сразу все получается, но стремление детей научиться приносит свои результаты. Первое участие в соревнованиях дает невысокий результат, но уже появляется опыт. И с каждым следующим разом наши места улучшаются и становятся призовыми. Обучающиеся участвуют в районных, городских, всероссийских и международных туристских соревнованиях и краеведческих мероприятиях. Я Талипова Лира Ильковна, педагог дополнительного образования городского центра туризма, краеведения и экскурсии «Комета». Мы с Ольгой Владимировной коллеги. Вместе ходим в походы, пещеры, на сплавы, по рекам аж с 90-х годов. Все это время Ольга Владимировна показывала себя как очень организованный человек, отличный товарищ, хороший специалист, как и этим летом, когда мы ходили в Категорийный спелеопоход в пещеру Киндерлинская. Я знаю, впереди нас ждут еще новые путешествия, совместные поездки, категорийные походы, где я всегда могу положиться на Ольгу Владимировну. Гайдарова Ольга Владимировна ведет активную работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс инновационных форм и методов работы с обучающимися, а также передает свои знания и опыт к молодым сотрудникам Центра «Комета» на примере мастер-классов, учебных семинаров, спортивных походов. В педагогическом коллективе Ольга Владимировна пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Вы лучшая! Спасибо за внимание!